такой вертолет крутой. Полезли в вертолет. Алиса, ты будешь пилотом. А тут еще сверху, смотри. Ой, мы, кажется, взлетаем. Я просто мега быстрый. Папа худеет, комната похудеет. Давай. Ну, поехали. Да. Нет, кружится. Алис, ну-ка попробуй пройтись. Я иду и сразу... Привет, мы на канале Miss Alice, и сегодня мы пошли в Джоуэл Парк, смотрите. Парк развлечений для всей семьи Джоуэл Парк. Мы сегодня пришли отдыхать. Да. Нажмите на кнопку. Жми. Нажми кнопку, написано. Я только в сторонку отойду. Ух ты, смотри, что там делается. Что там делается? Ничего там. Делается, вон, видишь? Сильно нужно нажимать. Ну, давай, папа, жахни. Смотрите. Видите, кому не видно? Видите? Алиса. Вон. Ничего себе, Алиса. Это торнадо. Да. Это так торнадо. Смотри, как образуется. Видишь, там водичка. И получается вот такая штука. На море видели торнадо. Алиска, она холодная. Куда? Да куда ты? Ты еще залезь туда. Смотри, какие миньоны крутые. Да. А что миньоны делают? Не знаю ничего. Давай почитаем. Магнитный мост. Соберите металлические детали. Внесите деталь между магнитами. Пойдем. Ну что, мама тут болтики и гайки отдербанивает. Вот так. Ого! А там сабвуфер динамик. И что происходит? Тесто месяца. Типа ведет себя словно живая. Это пирог можно сейчас сделать. Да. Взбили тесто. А что там за влажная салфетка? О, Алиска, тут очки. Это просто матрица. Надень очки. Надень очки. Вау! И что там? Крутяцка, мама. Да? Давай. Смотри в компьютер. Ничего себе. Пустой компьютер. А интересно, в камеру будет видно? Вот такая там штука потом крутится. Ой, Алиса, это ужасно. Подождите, я... Под действием звука соль раскладывает. Соль, давай насыпем соль. Ну так ты этот, скажи мне, вот прям все насыпь. Ну, в смысле, заполни. Понятно. Что-то умный сильно, да? Просто уже там осталось совсем чуть-чуть. Что, Алиска? Нажми кнопку. Нажимай. Ой, мать моя женщина. Это ток, да? Это фейерверк. Электрическая дуга, Алиска, это ток. Да, смотри. Не просто на кнопочку нажимаешь, а ждет. Ого, ничего себе, как круто. Давай, а в какую сторону? В любую. А вон, за ручку, дочь, возьми. Поворачивай. Тяжело? Очень. Ух ты, ёшки, нахуй. Это пули? Это пульки? Ну, повернули, и чё? Ну всё, пульки. Ну, ты почитай. Шарики выстраиваются в треугольник. Вон, видишь, шарики в треугольник выстроились. Логично. А тут тоже в треугольник? Так ты видишь. Ну да. А это что? Возьмите алюминиевую пластину и поместите ее в прорезь. И отпустите. Ух ты, Алиска видела? И одна вывалилась. Там-там-там-тарам-там-тарам. Давай, пихай. О, Алиса, она как бы... А это что будет делать? То же самое. Ну, короче, в общем,
Короче, тут магнит, два магнита, которые... Поверните колесо на 180 градусов. О, вода! Вода с красителем. Возьмите, соедините провода, попробуйте собрать схему электрической цепи. Не надо, говорит Алиса. Давай, воткнем куда-нибудь провод. Давай. Давай, смотри. А что ты боишься? Куда его воткнуть, сюда? Да. А что, ничего не взорвалось? Так, понятно. Значит, я не сюда воткнула. Тебе здесь все написано. Ну, это как бы не мне. Прибери мешочек. Мешочек бери и вези. И смотри, что будет происходить. Бери мешочек. Смотри. Видала, какая штука получается? Это металлическая стружка. Я думаю, что там внутри в мешочке магнит, и металлическая стружка это к магниту притягивается. Смотри, да, смотри, как смотри, он сейчас... Смотри, отпускаешь. Да. Смотри. Давай мы сделаем большую башню, смотри. Смотри. Повезли. О, она там, блин, привязана. Не получится большой башни. Алиска, попускай. Все, хватит. Алиска с какой-то тучкой. Папа, Алиса тучки пускает. Алиса тучки пускает. И тетя показала, что надо пускать тучки. Давай, бери. Где веревочка? Вон она. Мы почти. Да, Алиска, мы выиграли. А здесь что? Встань рядом с соперником. Для начала игры нажмите желтую кнопку. Так, нет, мы нажимаем сейчас кнопку, короче, и должны, Алиска, с тобой, вот какие загораются, такие быстрее... Давай, это же игра! Я хочу вот туда посмотреть. А там что? А, это на песочке рисовать. Ты можешь нарисовать что-нибудь? Что ты хочешь нарисовать? Так, кучку сделали. Сейчас будем лепить пасочку. Ой, Алиска такая розовая. Так, ну нарисуй что-нибудь. Нет, ты сильно много песочка, надо его распределить. В кучке он не будет рисовать тебя. Вот так, давай, вот, аккуратненько. Так, теперь руки все в песке. Л. А. А! Это буква А. Алисенька написала, мама, мое ты солнышко любимое, я тебя поцелую, мое сокровище. Вот так у нас круто получилось. Все а подписывайтесь теперь... на канал Мисс Элли. А теперь смотрите. Берешь платочек и вот сюда его в трубу пропихиваешь. Нет, снизу. Давай, отпускай. Полетел. Нет, приземлился. Куда ты такой здоровый? Все, полетел. Они у него оба вылетели сверху. Вон он покатился. По кругу. В казино. О, это есть такая горка в аквапарке, называется унитаз. Алиса, вот так смываются всякие каки в унитаз. Вот так долго. Алиса, хватит. Все, она обманула систему, посмотри. Она обманулась. Смотри, они по очереди друг друга обгоняют. Полезли в вертолет. Алиса, ты будешь пилотом.
Ого, тут в вертолете, прикинь, телевизор. Так. Xbox. Не, Алиска, иди управлять вертолетом. Рассказывай. Можно поспать. Иди, давай, садись за штурвал. Так. Нажми на что-нибудь. Взлетаем! О, тут реально крутится. Блин, подожди, я к тебе. Пилот Дудочкин. Его ассистент Курочкин. Вот, смотри, какая крутая штука. Полетели, педали. Мертвая петля. Педали. Все крутится, все вертится. Ты снимаешь? Да. Отдать. Отдать паруса. Швартовый. Крутяк, Алиска. А тут еще сверху, смотри. Ой, мы, кажется, взлетаем. Мы, кажется, взлетаем, говорит Алиса. А ты видела, скрутится же этот лопасть? Да? Да, вот и выгляни. У нас крутилась эта штука, мы наконец-то выключили. Непонятно, как только. Непонятно, как включили, непонятно, как выключили. Жигули, короче, клей мы скинули с аккумулятора. О. Короче, прикольная тема. Просто стоит электрический. Видала, как это? А, это все не открывается, не закрывай. Я думала, тут такие. Тут специально эти... сделали. Вау, а это что? Вот это. О, нос. Извините, я в разработке. А если отпустить резко, отпускать? Резко нельзя, там написано. Резко не отпускать. Как ты и сам себя мог подобрать? Посади ребенка. Сейчас. Она не может покататься. Видала нас папа это? Нету ручек, нету мультиков. Так, держи скрипку. Держи, сейчас тебя папа поднимет. О, мы поднимаемся над землей. Смотрите. Все, поднялись. Опускай меня. Пока. А, вот, сейчас пряжем. Пойдем. И меня поднимите. И заработай на настоящей нефтяной вышке. Она качает нефть. Смотрите, нефть даже разливается. Отходи. Это кто это накачал? Это кто это накачал? Кто качал нашу нефть? Садись, мы сейчас поедем на моцике. Нет, ты в кабину вот сюда садись, где сидушка есть. Нет, короче, тут сидушка тоже есть. Крути газ. А как крути газ? Бать! Мы не поехали. А как газ включить? Я не знаю. А что ты сделала? Я никогда не знаю, что я делаю, Алиса. Я что-то делаю и что-то получается. Там ветерок такой. О, Уэнни. Смотрите, Алиса мотоциклист. Папа, садись в люльку. Папа, в люльку. Хватит нефть качать. Алиса выигрывает папу. Вот так, папа, все, ребенок обул тебя. Ну, как бы да, прикол в том, что ну давай попробуем с тобой. Давай. Так, Паганини. Или ты Моцарт? Алиска, а ты видела музыкальный инструмент, на котором нужно играть тапками? Вот это крутая штука, да? Тут нету струн, но она играет. Класс, арфа.
А вот это прикол с тапками, я вообще не поняла. Ну-ка, тапки. И ноты еще. Да у нас целая музыкальная группа. Папа на барабанах, Алиса на фортепиано и мама на тапках. Нет, в другую сторону. Да, тут есть крутая штука. Залазь. Так, мы никому не покажем. Чудо этого фокуса. Где Алиса? Алиса! Почему только голова? Ты что? Ты кто? Где Алиса? Прикольно. Такая радостная. Как ты поместилась в этом тазике? Я просто мега быстрый. Папа худеет, комната похудеет. Давай. Ну, поехали. Да. Это прикол. Все? Ух ты! Это круто! Где кто-то взял? Алиска, это очень круто! Вот это крутяк! Что это машина? Супер! И все, эта воронка всех засасывает. Рыбешки! Красиво, да. Красиво. Куда еще пойдем? Вот это уже этот напоминает наш квест. Да, кстати. Музыка здесь поинтереснее. Папа, ты пойдешь по этой штуке? Мне нужно найти что-то? Не знаю. Ну, я как бы не знаю, будет все вообще раздавить. Но здесь вроде вот стекло. Или обычное стекло. Не знаю, по ней можно ходить или нет? Вообще, по идее, можно. Ну, вообще, по идее, нужно. Это же антигравитационная комната. Я чувствую свою гравитацию. Я чувствую свою. О, да, точно квест. Правила поведения в комнате. 195 градусов. Не бегать. Не баловаться, Алиса. Слышала? Осторожно, может закружиться голова. Следите за детьми. В комнате под углом отлично. А я тебе не могу. Получается отлично. А что там? О, у меня реально кружится голова. Боже, ну это прикольно. Голова кружится. У меня очень голова кружится. И просто чуть-чуть. Я не хочу. Я даже туда зайти не могу. Алиса! Это трэш просто, как здесь все кружится. Мы попали в какую-то комнату. Идемте. Это вообще трэш просто. Дайте я дойду куда-нибудь. Прикинь, как может колбасить. Да, так крутец. Алиса, ты где? Я здесь, а ты где? Вот она, Алиса. Это лабиринт. Крутяк. А как? Да? Ну, это просто коридор. Ну, он туда куда-то ведет. А там что? Ну, и там что-то есть, и там что-то есть. Так, это тут что? Через это проходить. О, это знаешь, как в этом стендапе снимают? Не в стендапе, а в этом снимают. Помнишь, когда они по стене ходят? Да. Смотри, мы типа там перевернутые в телевизоре, видишь? Да. Как будто все правильно, а мы бочком. Больше нету этих комнат. Иди сюда, ты вампир. Ты вампир, ты не отражаешься в зеркале. Смотри, тут отражаешься, а тут? Да. А тут не отражаешься. Включатель же напрасно здесь есть, правильно?
мне кажется. Или ты не забыл? А тут уже опять отражаешься. Алиса, это магия. О, Алиса, смотрите, магия света. Вау. Там какая-то картинка меняется. Опа, есть, а опа, нету. Опа, есть, а вот другая. Тут вообще красиво. Мне вот это нравится, это смотри. Ой, тут я. Посмотри сюда. Папа, что ты делаешь? Сюда посмотри. Да я вижу тебя. Как будто ты в кубе. Да, как будто ты в кубе. Мамины ноги в кубе. Наблюдай, стой. Алиса играет с домиком. Так, а тут что? О, Алиса, вот это круть! Что такое? Обалдеть, да? Да, вау. Это здорово. А если туда упадешь? Все. Приземлишься, как Алиса в стране чудес, в стране маленьких кроликов. Алиса, на самом деле, это маленькая колбочка. Смотри, она ростом, ну, в смысле, высотой меньше, чем ты. А ощущение, видишь, что она глубокая и конце и край не видно. Так, папа, я иду за вами, так что ты, пожалуйста, руку впереди. Вот это круто! Это круто! Мы в зеркальном лабиринте. Папа, ну если я впишусь... Право-лево, право-лево. Право-лево, лево-право. Право, дети. Стой. Все? Тупик? Что? Слушай, это ж сколько тут зеркал надо мыть каждый день? А да? Папа, как ты думаешь? Мне сейчас кажется, Алиса впишется. Алиса, не иди сама, я тебя умоляю. Вот, вот здесь вот тупик. Тут тупик. Вот туда. А это? Да. Ну, смотри. Вот сюда, Алиса. Круто. Тупик. Тупик. Вот здесь нет. Мамочка, мамочка. Во всех. Ой! Я пока красовалась. Они удрали. А, вон они вы. Все, точно? Направо повернись. Все? Да. Это вы? Да. У-ху, живые. Я вписалась таки в зеркало. А, это еще один лабиринт, что ли? Или это тот же самый? Нет, нам надо выйти. Уверена? Подождите. Это еще один лабиринт просто. Окей, куда нам? Туда или туда? Давайте пойдем сюда. Вот. Алис, Егор, ты не замечаешь, что ты приближаешься к чему-либо? К своему отражению. Стекло. Сейчас налево. Да? Вот так мы круто сходили сегодня в Джоуль Парк. Алиска уже тут лепит из жевательной... Как это называется? Жвачки для рук. Крутяк, какая-то неоновая там светится в темноте. Ну, рассказывай. Тебе понравилось? Да, очень. Очень понравилось. Круто было. Я хочу себе сюда еще прийти. Обязательно придем. Всем пока! Пока! Воздушный поцелуй, пошли. Раскидывай. И поставьте под это видео 1 000 000 лайков. Точно. Все.